краб может поехать только по дороге. То есть занимай позицию так, чтобы можно было стрелять по дороге, по мрапу. И все, и разъебываем мрап как можно быстрее. А если он взорвется случайно, нет? Ну, такого не должно произойти, по идее. После того, как мрап остановлен, надо сзади подойти и, я так понял, как-то там сетку сломать. Я так понял, это через взаимодействие делается. Сам кусачки должны быть инструменты специальные. Посмотрите все, у кого есть кусачки. Есть информация, вот это окно простреливается. Мрапа. У нас нет кусачек, но есть набор инструментов лежит в этом самом ровере. Скорее всего, его и надо взять. Позволяет обезрезать взрывчатку. Этот набор. Видимо, они так как-то ее приурочили к этому. Он много чего может. Говорят, ну, инструменты нужны. Набор инструментов тут. Да, все, берите набор инструментов, в машине должен лежать. Так, ну, у меня короче, набор будет, 30 килограмм. Тачки, когда она будет остановлена, к мрапу. Просто они подходите, у кого инструменты, и... Еще раз предупреждаю, не по мрапу, там по сумам или другим каким-то транспортным средствам не стрелять, только по мрапу. На сопровождение. Говорят, что машина стопорнется после нескольких выстрелов. То есть не обязательно там ее как-то именно конкретно ломать, что это, я так понял, скрипт или что-то типа того. Эй, подъезжай, вот. Сейчас. Проезжайте, проезжайте. Я на место, ну, на белую плитку. Да. Меточку на высадку поставишь, ладно? Высадка на метке 100 машин. Давайте занимайте позиции, прям... ставьте метки друг на друга. Что, не-не, используй. Спасибо. А у нас медик есть? Я медик. Я метку на себя поставил, можешь подойти, я в машине сижу. После нападения с ближайших блокпостов там чуваки поедут. Отвезти заложников надо в Атиру. Тира находится на северо-западе. А заложники боты или люди там сидят? Грик, залезай в машину. Не-не-не, заложники это наши челики. Ну, игроки. Кто нам поедет? Да, это самое, знаешь, что надо водилу проконтролить. Он может тупо, ну, после того, как мы уедем, тупо... Ну, выбежите посмотреть, куда мы едем. Я останусь про контролем. Я про это и говорю, что надо задымить водилу. Так, вроде как у этого, у аэродрома уже проезжают. Суф вроде сейчас будет ехать с аэродрома. Да, едет не Суф, а Бэха, Бэха полицейская. Да, вижу. Не стреляй. Ну, желательно не палимся. Не палимся, тут чел заведенный где-то. Два человека там. Они не могут вылезти? Пропускаем. Да, пускай. Они не могут нас убивать, так что не стреляйте. И на моей метке тоже есть инструменты в машине. Едет машина. Едет. Готовься. Ну, давай поближе, чтобы уменьшить. Одна машина, одна машина. Деньги дает команду. Смотрите, будет поворот, подъезжайте, начинаем с разогна. Я СВГ встретил, блять, вагон, ёпта. Едет. Всё, тут можно убивать. Всё, по машинам сразу туда. Рановато, конечно, ладно. Очень заловил, блядь, ребят, он очень далеко находится.
большой тачке, в которой ты был. Блять, иду сейчас, сажусь в нее. Дал метку, кто не понял, где остановился грузовик. Смотрите, кто-то на прикрытии. Все, еду, парни, наблюдает. Берите машину и подъезжайте. Инструменты у кого есть? С какой стороны подкрепление подъедет? С любой стороны может приехать, смотрите по сторонам. Помогите грузить. Кто тачку будет? Я сейчас подъезжаю. Грузовик задымил. Бля, они все водили. Заложника задавили. Он живой. Минус один? Он живой. Лечите. Так, нам куда сваливать? Северо-запад от Тира, по белому маршруту. Пускай. Если что, Миткарик, там машина еще стоит, такая пораненная. Соф, ты машина нашла, села? Я в машине сижу, да. Хорошо. Не-не, мы на синем. Кто на черном? Слушай, ну ему, по-моему, пиздец. Ну хуй с ним поехали, бардак, без него, наверное. Пошли. Так, а мы сейчас туда привозим, а что дальше там делаем с ними? Обороняемся, пока не скажут, что делать дальше. Ага. А нас там встретить много сейчас? Я не знаю, какой триггер мы выбрали. А вертолеты не летают? Давайте, парни. Ну, он взлетел только, когда мы... Расстреляли тачку. Машину надо спрячь. Чтобы с воздуха не заметили синее говно. Вон гараж справа хороший. Дай мне выйти сначала. Угу. Да мне теперь не взорваться. Не закрывается эта хрень? Нет. Ты же сказал, что писал. Сейчас поставлю. Вон церковь в уголе. Поставил на себя четкую метку. Четкую. Прячьте все тачки по возможности, чтобы вертолет не спалил. Конечно, дальше. Нам надо будет их куда-то еще повезти, или мы здесь уже до конца? Ну, написано, что 20 минут ждем здесь. Остановилась, одна ездит кругами. Все, старайтесь не отсвечивать на них. О, тебе военный Урал подтягивается, или что-то такое с десантом. Да, там два мрака ездят. Фул пехоты. А где едут? Они на военных, с запада. О, на моя синяя метка подъезжает туда. То есть спалили нас, нет? Пускай, но они навряд ли нас спалили, пока сидим без палева. Да нет, тут улет, просто нам смысла никакого по нашему желтому маршруту нет. Ну, не будет двигаться. Нас спалят сразу. Только кто не тянет, пацаны, не надо всем бежать. Тик-тик-тик, машина на мет. Полицейская выехала. Две машины на моей метке. К нам едут? Да, на востоке едут. На горе пока едут. Если к нам поедут, скажите. Не, это желтый маршрут уже опасный становится. Нам проще по изначальному на запад рвануть. Нас там уже никто не ждет. Вертолет, да? Да, вертолет. Всем шухер.
Нет, соответственно, надо есть еще через северо-восток ехать. Вот полицейский в нашу сторону едет. Блять, северо-восток сейчас уже враги занимают, понимаешь, а запада они с юга будут. Можно на запад рванули. Какая разница, у нас цель миссии их вывести, надо вывозить по-хорошему. В квартиру кто-нибудь приехал? Нет еще. Актуальная метка есть на врага? На юго-востоке, на холме. Только на военных стоят, если лежат там. На моей метке тачка только что. Ну тогда нам нет смысла вообще выезжать так. У кого контакт на востоке? Разойди. Скажи ТКСу, чтобы с батьком ездил на машинах, я не знаю, про какой говорил. Может, одну машину пустую отправить на запад куда-нибудь, например? Пусть на нее забатится. Да, хорошая идея, давайте так сделаем. Самую яркую, как вам взять, туда ее отправить. Там есть, есть доброволец? Иди, в город приезжай. Да, у нас заехали. Паш, Паш, что вы? Ну, пока пропускайте, не стреляйте по ним. Паша. Да, да. Пускай выезжает, но только не на восток и не на север. Прямо у меня остановилось. Шайтан, у тебя что остановилось? Мраб. С пехотой? Двое вышли как минимум. Можно, кстати, мраб у них утащить, не? Да, было бы заебись. Блять, можно, да. И эхо сюда замрабил. Да, если мраб захватим, было бы вообще заебись. Я захожу, Шайка. На второй, да? Че, можно вертолет разбивать? На второй поднимаюсь. Да, да, ко мне заходишь. Так, где они? В правую комнату зайди ко мне. Ой, смотри, вот. Вот прямо стоит ровно север. В окно посмотри. Левее, левее. К мрапу пошел? Ну да, надо что-то делать. Справа от него дом, там два типа было последний раз. Понял. Почти на вдвоем. Ну, блять, кто-то чекать должен, чё. Че, я на тебя могу, подожди. Я забираю троих, Диги. Я под забором. Давай, езжай по берегу. По берегу? Я думал, на завтра вон. ДВ-3. Можно просто забрать его, уехать к нашим, загрузить и свалить. Да, 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 на шепоте. Я в правый дом перебегу, блин. Тихо! Слева бегает. Диги, мы рванем назад. В правом доме, там, в правом доме, без стекол. У нас кто-то в упоре пробежал слева. Я перебежал дом без стекол, точно. Давайте еще клетки заправим тебя. Тут машина рядом есть в гараже, берите и возите дальше. Я да. Подъехал с тремя заложниками. Гарик, ты можешь еще они, раз? Они в машине сидят. Кто они? Враг, враг. В этом враге враг есть. Одного убил. Я одного убил. Ян живой? Да, че еще дальше? Шайтан живой, да? Да, дал фейк дым. Если че, у них два вертолета. По-моему, в рабе чел живой сидит. Можешь проверить. Что заложит? Ну, увезти надо их. Сейчас мраб захватим и увезем. Мраб пустой, по-моему. В кабине никого в мрапе нет. Все, сажусь в мрап.
Я с тобой. Так что мне? Бросить заложник. Так, дохожу на второй. Сейчас, сейчас мы сядем в рад и подъедем к заложнику. Кого второго убил? Ни одного убил. На борту. Товарищи заключенные, занимаем места согласно купленным билетам. Кто-то выйти, парни, кто-то не влезет, не влезает. Так нам что делать, за вами ехать? Да-да-да, только да-да-да, с нами едете. Вы маршрут видите, зеленые точки? Да-да, видим. Все, едем. Они думают, что другая точка, они сейчас не будут. Все погрузились. Все в машинах остались. Почему у них пока нету средств? А, да. Давайте хорошо все положить солдат. Вертушка. Буду усаживаться прямо в метке, пацаны. Так, сейчас мы надо охранять, да, их или что? Да, да, да. Ага, понял.
Кто ранен? Ты ранен, Диги? Рапи патроны есть, у меня 10 магазинов есть. Бля, художественный фильм спиздили. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.